Вот так вот выглядит СТО Lexus. Он находится где? В Орландо, да? Вот такой вот большой достаточно. Большой гараж. А территория еще была. А территория, да, огромная. С дороги кажется, что вроде такой небольшой. На самом деле очень, очень большая у них территория. Большие у них такие, можно сказать, как СТО и гаражи. Это какие боксы, это не один. Да. Реки по дороге видят. Короче, никого сюда не пускают, но нас пустили. Это я похудел. Посмотрели все, что хотели. Заодно и такой большой гараж. Куча, да, машин получается за один день, они обслуживают очень много. Не, ну это же сервис, это же не ремонт. Ремонт у них вот в тех боксах похожи, да, которые мимо проходили мы. Ой, моечка, смотри. А, меня помоет сейчас, кажется. И такие машинки стоят на Лексусе. Вот эта машинка, она стоит 70... Сейчас я скажу. Она стоит 74 тысячи. Такой хорошенький Lexus. Классная машина. У нее 5 чем-то литров объем. Хорошая такая. Морда красивая, мне нравится. Но это тоже ничего.